Миротворцы наблюдают за нами. Пусть смотрят, что будет с Джеком и Джо. И что может быть с ними. Ты сказала, что пришло время действовать. Мы действуем. Я отправила 3 разведчиков к лагерю. Карл и Кристаллы должны быть где-то в здании. О, я там шарилась вокруг этого здания. Лагерь бандитов. Подойдите к лагерю бандитов с помощью бинокля. Определите точки входа, местонахождение главаря лагеря и возможности окружения. Чтобы захватить лагерь бандитов, необходимо убить главаря лагеря, его лейтенантов и присвоить тотем лагеря. Когда захватите лагерь, вы создадите безопасную зону и получите дополнительные награды. Но это... Мы не ради наград все это делаем. Охраны немного. Остальные, наверное, спят. Лагерь Джека и Джо. В лагерь можно попасть с нескольких сторон. Идти через главный ход — самоубийства. Ты пойдешь первым. Мы зайдем с другой стороны. Удивительно. Возьмем их в клещи. Если все пойдет не так, отступим на базу. Куда? В мотель Танго. Что у вас там происходит? Так. Ну, естественно, мы не пойдем с главного входа. Так, это гарнист. А, подождите, их несколько, те, которые вызывают подмогу. Герцог. А, герцог-призыватель. Днем это делать, это как-то странно, ребят. Я вот поверху этого, да, поверху этого здания там гуляла. Может быть, как-то оттуда можно попасть. Это мне? Скрытность. А, так, действовать скрытно. Укромные места. Предметы окружения отвлекаем. И эфаем их. Меняем план, Эйден. Они напали на наше убежище. А что делать? Кто? Софи? Там мои люди. Найди Карла. Спаси его и забери наши кристаллы. Живо! О! Сделаю, что смогу. В смысле, живо? Я подумать должна. Вот у нее, конечно, привилегии. Ой. Оу! Смотрите, там какой-то вход есть. С той стороны. Туда пойдем. Может, там действительно получится. Пошли. Сюда? А. Ага. А вход-то где? Как туда залезть-то? В смысле, это вход? Там ничего нету. Ты что, прикалываешься? Выше нам не допрыгнуть. Что-то видите, тут... Эта точка входа, она очень условная. Это точка входа? Тут вообще внизу что-то. Нет, внизу это забраться. Тут... Дырочка. Может, по этому карнизу можно? Может. Туда. Может. Зомби один забрался на крышу.
Они же вроде особо этим не грешат. Ага. А, я думала, он прям совсем узенький. Ух, подождите. А, ой. Игра красивая, да. Да. Очень хорошая. Ну и первая, ребят, была тоже неплоха довольно-таки, насколько я помню. Скрытые убийства есть? Скрытные. Но мы еще этим не делали. Первую играла, но не до конца. Мы до конца не прошли. Ой, но скрытно мы еще не пробовали. Вообще странно это делать днем. Очень странно. И учитывая, что здесь нельзя сохраниться, все на автосейвах. Я прям не знаю, как быть. Потому что сейчас заруиню стелс, и все. Назад дороги нет. О, блин, там на вышке. Он сюда смотрит. Так, нет, надо как-то думать, как спускаться. Я не знаю, блин, ребят, как это проходить. Это вам не Assassin's Creed с кучей кустов. Там еще на вышке ходит, когда он меня заметит. Нет. Там молодой человек ходит. Ух, там дофига. Может, где-то там еще можно спуститься на уровень ниже? Надо было кусты брать. Ну, здесь есть кусты, но они прям редко встречаются. Тут был уровень ниже? Или мне кажется? Вон он. Вон там есть. Но мы отсюда не спустимся, да, в него? Вон, вон. Видите? Это нужно по стелсу, блин. Вообще офигенно. Можно у кого сигаретку стрельнуть. Уж правда, ночи надо было дождаться. Наскоком? С оружием ближнего боя? Такое себе. Давайте попробуем тут пройти. Но я бы на их месте нас заметила, ребят. Ой. Может, они с той точки начала. Ну а там как? Там на вышке люди ходят. Они на вышке заметят. Там один ходит, этот сидит, и кто-то еще вот здесь курсирует. Или этот вот этот по кругу ходит.
Пендорф, не знаю. Зомби можно рядом пройти, проползти тихонечко, они не увидят. А вот с человеком, я говорю, первый раз мы идем. Ну, этот нас должен увидеть, если мы ближе подойдем. Нихуя себе. Да стреляй! Ой, стреляй! Фигай! А, это лейтенант. Ноги сломала? Не, еще нет. Оу! Здравствуйте! Ну, я, в принципе, подозревала, что мы слишком шумно приземлимся, но я надеялась. Но я надеялась. Тихо. Вон они там сейчас активируются. Бесшумно упасть можно только на специально отмеченные мягкие... На специально отмеченные мягкие места. Сохранение тут получается чисто автоматически, и всё. Не видь нас. Жопа чешется. И жопа чешется, и в рот календари, да? Нет кустов. В Assassin's Creed очень легко по стелсу проходить. Кустов просто жопой жуй. Чеши и жуй. Нас спалили? Нет? Ну вот и правильно. Нечего нас палить. А тут вообще никак, понимаете? Что, серьезно? А тут вообще никак. Мест для укрытия нет. Ну, наверное, я тупица, надо было ночи ждать. Наверное. Ну просто мне по игре-то не сказали, жди ночи. Я такая, ну... Кто я такая, чтобы говорить игре, во сколько ее нужно начинать играть? Блин, а можно, вот знаете, вот такой вот диверсией пользоваться? То с одного края их покоцать, то с другого. Это называется диверсия? Назовем это диверсией. Это не диверсия, да? Ой, ладно. Игра не разрешает нам долго находиться на уровне земли. Тут мы не допрыгнем. Ночью зомби. Там в этом месте, скорее всего, все в фонарях ультрафиолетовых. Да может быть ночью они бы спали. Вот в чем дело. Я фиг знаю. Как в этой игре это устроено. Ну, еще у меня не вкачаны вот эти вот убийства с высоты относительно стелс-атак. Мне это не вкачано.
Это, конечно, фигово. Ходит. Что такое статист? Это ты мне говоришь, я же тебе говорил, что не получится. А как туда спрыгнуть, вот чтобы типа по-тихому? Тихой сапой. Блин, это до сих пор ходит. Это что сейчас, серьезно? Это не я. А ты глазастый. Прыгай. Дурнина. Ну ладно, хоть как-то мы пробрались. Более-менее тихо. Сейчас найдем мы с вами это Молотова. И все. И заживем. Так, тот главный. Вот ты любишь фантазировать. Главное... Ой. Статист. Ты дал мне недвусмысленно это понять. А теперь говоришь, что это мои фантазии? За ваше здоровье. О, и за мое очко. Видите, я всех слушаюсь. Разве будет человек в привилегированном... ну вот этом вот... Всех слушаться. Нет? Не видь меня, не видь меня, здесь нет. Я тебя что-то просмотрела. Я его просмотрела, пацаны, что делать? Вот там кустики, я в кустики пойду. Ебало на ноль. Тихо. Что значит такое? Мы такого не знаем. В нашей школе таким словечком не учили. Нет. Мы тебя видим, кретин. Надо бы перепроверить. Блять, не получилось. Обычно, когда они подходят к кустам, можно еще успеть сделать быструю атаку. Но не в этот раз. Не надо. А я для вас спряталась. А у него мощные атаки или какие? Или такие себе? Стелос, это не мое. У меня для тебя Нравится тебе, педрила? Ау, у тебя мощные атаки? Мощные. А у меня нету лечилок. Ремесло аптечки, это вот это максимум с... Фонарик? Думаешь, мне фонарик спалил?
здесь! Он здесь! Нету! Нету! Уже иду! Все равно я тебя побезю! Готов? Прямо сейчас! И как оно, сукин сын? А как мне с ним драться, если у него мощные атаки? Тебе конец, как вы думаете? Не надо. Не надо такими словами ругаться. Это некрасиво, ребят. А ты не очень умник. А, нет, очень умненький. Побежал. Но в последний момент. Он подумал, что мы не настолько отмороженные, мы настолько. Стелс, это ты. Попался, говна кусок. Сюрприз, мудила. Вот твой размер. Изи. Вообще не изи, все через жопу. Удобные кроссовки. Фуф. Все через жопу. Давайте полутаемся. Днем не боятся ультрафиолета обычные зомби. А вот эти вот зомби-мутанты, которые боятся ультрафиолета, они выходят только ночью. Они днем прячутся по закрытым местам. Вот эти обычные, которые улицы заполонили, они же не опасные. Они достаточно медленные. Ну и вообще такие. Ну, отстойники в мире зомби. Это как вообще? Погодите. Там кто-то остался. А я сейчас своих позову. И все. Все. Отмоем грязюку и будет хорошо. Пендальф, это значит, что ты сильный зомби. Это же классно. Ну, относительно. Так, что, кепка машина. Это того. Это такая же, да, абсолютно? А, нет, отличаются. По статам. Угу. 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 Ботиночки наконец нашли. Пилигрим на базаре? Ха, я бы на его месте убрался, пока не нарвался на него. Браво, Пилигрим. Че вы такие все дерзкие, ребят? Благодарим тебя. Запомни, Пилигрим. Грин буды. Ну вот я думаю, да. Внутри водонапорной башни происходят всякие ужасы. Заводов, ребята, нет. Я помолюсь за тебя. То есть производство ультрафиолетовых... массовое производство ультрафиолетовых ламп нет.
Насколько сложно ее сделать кустарным методом? Вот и вот. А без ультрафиолета все крах этой цивилизации. Потому что в этом городе, как нам сказали в самом начале, заражены все. Они спят. Они используют ультрафиолет не только для защиты от вот этих вот зомби. Я так понимаю, они под ультрафиолетом сидят, чтобы самим не обратиться. Ну, как мы. Если мы выходим из зоны ультрафиолетовой, да, то у нас есть определенное время, сколько мы можем безопасно там провести времени. Господи, вы поняли, что я имею в виду? Пендорф, мне кажется, энергия, наоборот, меньшая проблема. Нет? Какие-нибудь динамо-машинки, все дела. Ты зомби? Ну, почти. По сути-то, да. А что я туда полезла? Надо было проверить, там есть что-нибудь полезное? Ну, если им верить, то нет. Наконец-то кто-то поставил на место этих ублюдков. Жилет настройщика. Джек и Джо просто подлые выблядки. Пилигрим, где все остальные? На них напали. Где кристаллы? Вон там. Свяжись с Софи. Скорее. А он не предатель? А вдруг он предатель? Софи? Карл со мной. Он в порядке. Что с парнями? Я никому не доверяю. Софи? Софи, ты меня слышишь? Может, Софи предатель? Ты должен помочь им. Куда мне идти? В мотель Танго. Там убежище Софи. Беги. Быстрее! Беги. Скорее в мотель Танго. Чё же меня все вот так торопят? Да, быстрее, беги, бегмя. Мы там ходили вокруг. А это что за место? Что это за место? Подождите, я, видимо, куда-то клацнула, и у меня... А, вот все. Никуда я не клацнула. Я подумала, я куда-то клацнула, и у меня отключилась карта вот эта над нами, которая... Вон там на первом этаже какая-то точка. Нет, не на первом. Блин, я не тут. Пацаны, заберите меня. Не заберут. Типа, что-то тут. Чё тут? Мусорщик. А почему он фиолетовый мусорщик?
Здравствуйте. Эйден, ты же был во внешнем мире. Там еще есть живые города? Я-то думала. Я ничего не отключала, статист. Я замашну. Тим, привет. Так, погнали. Оу, кислота. Подождите, кислота. Значит, тут рядом должны быть какие-то супермутанты. О, там крикун. Обегаем. Да, ночью надо не забывать нажимать на Q. Эйден, я слышал какой-то шум в лагере Джека и Джо. Это еще не все, Хакон. На убежище Софии и Барни напали. Возможно, миротворцы. Черт! Не забывай, зачем мы здесь, Эйден. Мы должны попасть в центр Луп, а не ввязываться в местные разборки. Не лезь туда. Вернись к метро. Мы расскажем Айтору, что знаем. Может, он нас пропустит. Софии, видите, можно выбирать. Я помогу. Я должен идти, Хакон. Я обещал помочь Софии. Кроме того, это единственный способ узнать правду. Ладно, на связи. Хотя, мне кажется, все игроки этот выбор сделали. Отказываться от разборок, когда мы такое делали. Тут тем более контейнер с ингибиторами. Я опоздал. София! Барни! Ты здесь? София? София, ответь! Я ему говорю, они предатели. Софи с братцем. Иначе бы мы их тут нашли, понимаете? Я вам точно говорю. Ингибитор наверху. А, нет, не так. Да, это с другой точки будет. София, какого черта тут творится? Я предательница. Ответь. Ничего необычного. Да? Ух.
Артём, привет. Что все это максимально подозрительно, да? Две штуки. Это Эйден. Твои люди мертвы. Вот черт. Проклятье, Эйден. А ты начинал мне нравиться. Ты привел сюда миротворцев. Я помогал вам. Ты предал нас. Придется тебя убить. Айтеру и себе. А нам помогал по ходу пьесы. Чего вы ждете? Не знаете, что делать? Барни! Парни, стой! Ну, типа, они же не бандиты. Нравится тебе, педрила? Тебя предупреждали, будет стоять. Меня замечал, говна кусок! Хватайте их, скорее! Смерть пришла. Подавись, гандон! На всякий случай, все равно подпрыгиваю. На всякий случай.
Эх, ребятушки, ребятки. Что же вы наделали? Алекс, спасибо за фоллоу. То есть получается, учитывая ситуацию, мы типа выбрали миротворцев. Да? Таким образом. Таким образом мы выбрали миротворцев. Ну кто же знал, что нельзя выходить? Я знала? Я не знала. Я думала, у нас там лутание будет. Сколеболи. Блять. Так и знал. Я ищу Софию. София! Проклятие! Ты здесь ни при чем, Герман! Не мешай мне! Блядки гризли! Давай! Давай! Не туда уклонись. Герман, сдавайся! Дай мне поговорить с Софи! Я не понимаю, это уклонение, зажимаешь пробел куда-то в бок, и хер оно срабатывает. Через раз, через три. А если бы мы пошли сразу туда, то что? Куда мы были бы, типа чего? Непонятно. Непонятно. Лови! Я всегда вовремя, да? Это бонус за ночь. Барни, парень, найди Барни. Барни, выходи! Давай же! Я найду тебя! Если вежливо попросишь, стрельну в голову. А если нет, будешь умирать долго и мучительно. Ну? Это ты умрешь, Барни. Ты должен был остановить его, а не убивать. Дай мне оружие. Дай его мне, брат. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это твоя благодарность. Смерть – благодарность предателю. Ты не сказал, что работаешь на Айтера. Я работаю не на Айтера, а на себя. Здесь нельзя встать в стороне, Эйден. Мы боремся за выживание. Без воды весь базар умрет меньше, чем через месяц. А миротворцы нам не помогут.
Прямо как когда умирала моя мама. Они просто сидели и смотрели. Оказывается, ты один из них. Тебе на нас плевать. Скажи мне, почему я не должна тебя убивать? Софи, стреляй! Чего ты ждешь? Мы нужны друг другу. Потому что мы можем помочь друг другу. Кто убил Лукаса? Он думает, что мы? Софи, скажи мне, это вы сделали? Нет. Софи, хватит! Какое тебе дело до этого убийцы? Что тебе пообещал Айтер? Если это не вы, то кто же его убил? Мне самой интересно. Если это не вы, то нахера вот это все произошло, типа? Если найдешь его, скажи нам. Хочу обнять его. Лукас заслужил смерть. Давно напрашивался. Нам не было смысла его убивать. У нас был свой план, как избавиться от миротворцев. Айтер пропустит меня в центр в обмен на мою помощь. И ты ему веришь? Просто так? Он не пытался меня убить. Но ты его и не предавал. А я ведь тоже могу помочь. Помоги нам с водой, и я лично отведу тебя в центр. Во-первых, я вас не предавал. Я помогаю расследовать убийство, а это разные вещи. А насчет центра? Да уж. Разве миротворцы не перекрыли все проходы? Есть другой путь. Ты думаешь, я снова тебе поверю? Мы нужны друг другу. Ты не сказал нам, что ты с миротворцами. Вот мы и сделали выводы. Ситуация на грани взрыва, и нужно быть начеку. Ты пыталась убить меня, Софи. Клянусь памятью птички, Сьюзи, Логана, Ральфа и Германа, я клянусь. Если поможешь нам, мы отведем тебя в центр. Ты поможешь? В чем? В чем? А, с водой. Помогу, конечно. Хорошо. Какой план? Джек и Джо сбежали. У нас есть шанс захватить башню и наконец вернуться. А, живой, здрасте. Пока ее не захватил Айтер. Мы разберемся с миротворцами и сразу же доставим тебя в центр. Но сперва нам нужно дать людям воду. Как попасть в башню? Это почти невозможно без лебедки. А люди Джо перекрыли вход. Поэтому я и прошу тебя. Забраться туда? Если ты это сделаешь, ты многих спасешь, Эйден. Мы этого не забудем. У вас там лут, между прочим. Я хотела бы его взять. Очко боя. Да уж. Ситуация накалилась, мягко говоря, да? Ха. Господи, кот опять вот это вот все. Мы разрубили, подожгли чувака, он встал и пошел. Он просто гора. Помните гору из Игры престолов? Вот он это он. Он это он. Ну, поняли. Подкачаем выносливость. И можем в бой немножечко что-нибудь вставить. А, я наконец-то поняла. Все. Я наконец-то поняла. Выбираем выносливость, получаем очки выносливости, можем прокачивать паркур. Выбираем здоровье, прокачиваем... Где? Вот, здоровье. А что такое иммунитет? Прокачиваем здоровье и можем брать дополнительные навыки из боя. Вот. Мощная атака. Уворачивайтесь вовремя, чтобы оглушать... Нажмите пробел во время движения назад. Вообще неудобно назад жать, когда ты бьешься. В сторону можно? Ну, в сторону. Давайте возьмем. Вообще неудобно уклоняться вот
такой ситуации удобно, как в Ведьмаке, по-моему, на альт уклоняешься, ты мизинцем вот так вот уходишь в бок и уклоняешься. Ну, там перекаты, правда. Там не уклонение, а перекат. Хотя уклонение, по-моему, тоже есть блоки, но я там всегда пользовалась перекатами. И в Хорайзене тоже, правда. Вот и напорная башня. Давайте вот сюда сходим. Сейчас сбегаем. Пропавшие без вести. Есть что подкачать, там подмашнить? А это что такое? Отмычки. Хорошо. Что вот эта вот писюшка значит? Непонятно. Первый раз такую писушку. Писушку визю. Видю. Вот этот сейчас, может, груз сможем взять. А то в тот раз он был для нас слишком недосягаем. Как? Надо как-то обойти все это. Как? А хер его знает. Груз? Нет, грузы же на крыше сбрасывают. Вот. Вот он. И где-то там дальше, по-моему, да, дальше убежище бегуна. Куда мне надо? По шпале? Я умею по таким штукам забираться, как вы думаете? А, не по шпале. По вот так вот. Так, тут ночное убежище, отлично. Но это уж, извините, убежище так убежище. Сюда вообще хер заберешься. Вот это я понимаю, безопасность. А как включить его? Я что-то не вижу. Вот. Вот. Вот такие нужно домики строить в зомби-апокалипсис. Идеально просто. Да? Места, правда, маловато. Ну. В тесноте, да не в обиде. Ведьмак, да, от третьего лица. Но в Ведьмаке есть такая неявная, но фиксация на врагах. От третьего ворота проще делать. Ну, может быть, да, и в этом дело тоже. Но мне кажется, еще на одну кнопку, когда у тебя у ворот перекат, вот эта вот фигня, на отдельную кнопку, то это удобно, чем пробел и совмещение в бок. Вообще это... Мы не очень далеко-то отпрыгиваем, не от каждой атаки мы сможем так убежать. Ладно, давайте попробуем. Сухой паёк. Так, что-то я просмотрела. Чё? Чего? Не нашли мы, что ли, ингибитора? Я просмотрела, ребят. Я отвлеклась. Моргнула. Блин. Ну... Отстой, чё. А тут как побезопаснее-то вниз спуститься. Да говорю, с некоторых мест
вообще хер поймешь, как убраться. А я вниз не могу, да, скатываться? Я могу только упасть. Я должна сюда спрыгнуть? Вы прикалываетесь? Ползти? Не, он не ползет. Я попыталась сейчас так, но он не ползет. Там не веревка, там балка. Там балка висела. Могло бы меня и в другом месте сохранить. Это жесть какая-то, пацаны. Ну как я сюда спрыгну? А, подождите, там это. Может быть, сюда можно упасть? А. Кто ж знал? Я не знала. Вы знали, чат и скрывали? Чё сегодня? Чего было? Аромат выживания? О чем ты говоришь? Хочешь узнать? Закрой-ка глаза. А. Что ты ощущаешь? Фу, что-то воняет. Именно. Запах. Импульсы, идущие от органов чувств в лимбическую систему. Они вызывают эмоциональный отклик. Воспоминания... Благоденствие рассудка. Но оно воняет говном. А ты чего ожидал? Думаешь, что люди используют в качестве удобрения? Слишком много информации. Прости. Чего вы такие странные, девчонки? Надеюсь, ты не считаешь, что запах говна – аромат выживания. Разумеется, нет. Я задумала восхитительный новый аромат. Люди все деньги отдадут, лишь бы его вдохнуть. Я назвала его «балдёж». О, и почти балдёж. Закончила его. Нужно лишь сырье для срединной ноты. Какое еще сырье? Для аромата? Да, металлолом. А, так балдёж будет афродизиаком для роботов? Неплохо. Узнаешь, когда время придет. Принеси мне металлолом и немного лаванды. А в обмен я расскажу тебе один секрет. Женщины, вы слишком горячо друг на друга смотрите. Лаванда. В этом хоть смысл есть. Металлолом. А у вас тут нет лаванды? Надеюсь, это не какой-то дурацкий розыгрыш. Как духи из металла. Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Софи говорит, когда я помогу им вернуть воду, она покажет мне еще один проход в Central Loop. Это хорошо. Она здесь выросла, знает каждый уголок даже лучше, чем таксист. Но поосторожнее с Джо, Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. Лаванда есть. А сколько ей лаванды? Я не записала. Мы
Может, ромашки? А вдруг не хватит? Она скажет, нет, мало, иди еще ищи лаванду. Такие же горячие. Я уже много месяцев не видел детей из-за дурацкого карантина всего центра. Классно. Йохамун, вот это да. Меня не настолько горячая женщина вакцинировала. Вот твои ингредиенты. Хорошо. Хотелось бы, чтобы на металле было больше масла, но... Боже, Нира, может, хоть разок проявишь благодарность? Клянусь, ее даже могилы не исправит. Ладно, ладно. Вуаля! Готово! Вот, вдохни. Ого, пахнет как в раю. Что это? Глупыш, слишком молод, чтобы узнать? Запах новой машины. А... машины? Разочарован? Запах роскоши в качестве основной ноты. Запах уверенности в себе срединный, а верхняя нота – аромат приключений. И ты мечтаешь лишь завести ее и, балдея, погнать по дороге. Спасибо за помощь. Ты не такой, как другие. Вот, возьми. Я нанесла балдеж. Будет напоминать тебе о том, как приятно ощущать запахи. На что она балдеж нанесла? На трусики? На факел? Рецепт для балдеж... Ну-ка, подождите. Ой, факел. Она намазюкала факел с духами. Ну ладно. А куда она мне его дала? Это просто коллекционный предмет? А, можно выбросить. Лучше не надо. Не старались. Она же рецепт дала. Рецепт балдежа. Обман. Ну ладно. Эйден, ты же настоящая легенда. В курсе? Один диплом, потом другой. А на третьем сдался. Защитил докторскую. И смолчите на меня. Пусти! Если бы только у меня были помидоры, или чеснок, или хотя бы морковь. И теперь. Неизвестное место. Темное пространство там. Нет, что-то еще есть. Испытание паркуром. Нет уж, спасибо. Хотя, наверное, прикольно побегать так. Почувствовать скорость. Вы мирные? Набор на
башню невозможно забраться. Нет ничего невозможного для меня и чатика. Мы с чатом работаем как компаньоны. Вместе, всегда вместе. Эй! Есть тут кто? Я Дэмиэна! Эй! Чего хотел? Я Дэмиэна. Он сказал, тут есть работа. Не по адресу, брат. Но я только что от него. Он отправил меня сюда. Ты один? Да, я один. Уж надеюсь. Заходи, спускайся. Там все объяснят. Ты меня не слышал? Вниз топай. Какой-то тут у вас притон, господа. Умберто, привет. Мед, хани. Как будет рис, ребята? Я Эйден, а Дэмиэна, он сказал, тут есть работа. Ясно. Так что? Следователь? Ты тут недавно? Дэмиэн тоже об этом спрашивал. Какая вам разница? Босс задал вопрос. Я все еще пытаюсь понять, почему я здесь, а вы все ходите вокруг да около. Ладно, давай о работе. Для нее тебе лучше не быть известным на базаре. Ну, я бы не сказал, что я там известен. Это хорошо, очень хорошо. Похоже, мы наконец-то нашли, кого нужно. О чем вы говорите? Что вам от меня нужно? Просто мы работаем на того, кто до смерти хочет тебя увидеть. Но не до своей смерти, полагаю. Забираем его, парни. Вот это квестик, пацаны. Уже иду. Так меня не уйти, пил! Я тебя выйду! Пожри-ка! Так себе ты, следователь. Нравится тебе педрила? Да, девка. А, оружие сломалось. Попрыгала. Блять, переключать оружие вообще неудобно. Либо я что-то сделала не так, ребят. Либо я что-то сделала не так. Я не понимаю, почему. Ладно, посмотрим. Неудобно. Вонючая труба, кстати, у нее хороший очень урон. Эй! Есть тут кто? Я Дэмиэна! Эй! Чего хотел? Не... Да. Ты еще тут? Я все... Это прыгнуло. Тебя не может.
останавливаемся. На землю! Что происходит? Я тоже хотела бы узнать. Ты мой сначала. У меня для тебя подарочек, уёбыш. Вперёд! Да блин! Да блин! Подавись, Гондон! Пацаны, пацаны, пацаны. Уже иду. Пожри, говна, уёбыш. Да, плохая нет, лечилка. Конечно. Готов? Рэнди, Петрила. У меня для тебя... метательных ножей подсоберем. Фуф. Взлом легко. Фух. Почему в чате не отображаются некоторые смайлики, а некоторые работают? Ой, Тукс, про что ты именно? Про какой чат? Про какие смайлики? Фуф. Так, ладно. Ребят, главное, чтобы не мы запретные слова говорили. Ни вы, ни я. Это самое важное. А они как бы на то и бандиты, знаете, чтобы письками быть. Фух. Молод сантехника, ёшки. А задание-то в чем? А зачем? А что произошло? А зачем нас сюда... Дэмьен, ты что, негодяй? Дэмьен, блин. Не ожидали. Квест называется «Пропавшие без вести». Хейден, ты... Как ты? Не умер? Ах ты засранец, ты меня подставил! Что? Нет, клянусь, я никогда бы... Я просто выполнял свою работу. Я вербовщик. Кто эти люди? И почему они меня искали? Не знаю, Эйден. Поверь мне. Пожалуйста. Они попросили меня прислать им новичка. Но не сказали, зачем. У меня не было выбора. Я делал то, что сказали. Они имеют отношение к смерти Лукаса? Что? Нет. Господи, надеюсь, что нет. Это было бы ужасно. Но клянусь, я не знаю. Значит, ты уже посылал к ним других до меня, и их всех убили? Что ты натворил, Дэмиан? Я не знал. Сначала. Но даже когда я узнал, то не мог ничего поделать. Сколько, Дэмиан? Сколько людей ты послал на смерть? Прекрати, Эйден. Хватит. Мне очень жаль. Я был вынужден. Поверь, у них мой брат. Твой брат? Рассказывай, живо. Они схватили его и грозились убить, если не буду слушать их. Вдруг он опять обманывает? Если я буду слушаться, они отпустят его. Я на крючке. Меня это достало. Я хочу вернуть брата. Ты не поможешь мне? Ты отправил меня на бойню, а теперь я должен забыть об этом и помочь найти брата? Ты злишься, понимаю. Но подумай вот о чем. Он мог слышать, зачем ты им нужен. Если он тебе расскажет,
Ты поможешь? Ну ладно. Но я советую тебе помолиться, чтобы он что-нибудь знал. Павлов Рони, хороший вопрос. Хороший вопрос. В чем вообще весь смысл? Ночь? Нет, еще не ночь. Красивая дверь. Поищите, в смысле, тут? В смысле? Чего? В смысле, тут? Он должен быть... Ага. Ну? Здесь его нет. Хотя бы лут есть. Они на меня с холодным оружием напали, вы что? Тут как бы все однозначно. Никаких следов Клиффа. Блин, ты думаешь, они... Он еще жив? Да? Не делай скоропалительных выводов. Но где они могут его держать? Проклятие, это я виноват. Какой же я дурак! Отправка сюда людей твоих рук дело. Что касается твоего брата, я не уверен. Где он был в последний раз? Когда на нас напали, мы были на востоке Куориент, у моста Дьявола. Эти уроды взяли его в заложники и с тех пор отдавали мне приказы. Я делал это только чтобы спасти брата, Эйден. Я не знал, что другие будут умирать. Придется осмотреть район вокруг моста Дьяволом. Эйден, ты не шутишь? Ты сделаешь это ради меня? Ни за что. Я сделаю это для того, чтобы больше никто из-за тебя не умер. Так вот. Знаю, я произвел не лучшее впечатление. Ой, да ладно? Прошу, спаси его. Бывало и хуже, да? Красивое окно. А если брат детка маленькая? Ребят, ну вы не подумали? Такой маютка. Кто-то еще это видит? Что-то странное. Что-то странное происходит. Куда бежим? Туда бежим. Пустая. Ну, Умберто, мы воины, суровые, быстрые, сексуальные. А он что? Он нам максимум может помешать его брата спасти. Пусть лучше под ногами не болтается. Я работаю над этим, ребята, не волнуйтесь. С крыши там. Заход, наверное. Нравится, как он скатывается с этих покатых частей крыши. Ливерпин, спокойной ночи. А
Витокс, что ты имеешь в виду? Романтические отношения? Не знаю, мы пока до этого не дошли, но кто знает. Ливеркин очень понравилось. Спасибо огромное. Такая милота. Дизигнер. Я сказала Ливеркин? Или что? Правильно сказала? Вот так же было, ребят, и с чатиком, только наоборот. Я подумала, что сказала правильно, а сказала неправильно. А сейчас подумала, что сказала неправильно, а сказала правильно. Так бывает. Фу-фу. Ладно, давайте пешочком пройдем. Хотя мы можем его. Безопасно. Ты чего так пугаешь, Кост? Прекрати. Я же тебя не пугаю. Не пугаю. Спасибо за поддержку. Вы думаете, мы можем что-то здесь найти? О, там внизу что-то есть. Надо вниз идти. События не пройдены. Какое событие? Задание прохожу. Событие какое-то. Кот, пока нет.
Потом, скорее всего, будет. Блин, не то, ребята. Не то место. Понюхали грибов. Хромаки. Я не могу прям его идеально настроить. Не получается. Я и так, и сяк, и наперекосяк. Вроде сейчас немного. И фиг с ним. Вниз спуститься. Вон там дыдочка. Немного всполохнулись, но не сильно. Бандиты. Ой, я подумала, что он в латексном костюме. И как оно? А эти первого уровня, видите? А, ну задание первого тоже, да. Не было видно. Я вчера как-то очень удачно села. Я собой его закрываю. Это сложно. Вообще по-хорошему. Ой, я не знаю, как делать, чтобы идеально был хромакей. Нужны еще дополнительные источники света, которые светят только на него. А у меня и так сейчас 3 осветительных прибора. И люстра. То есть, понимаете, как бы... Ситуёйно. Это на улицу. Алло, ну-ка, дай обсудим, что у вас тут происходит. Дэмиан? Дэмиан? Не, я Глиф. Ого, какое невероятное сходство. Охрана! Стой, стой! Я Дэмиана! Как ты сбежал? Сбежал? Мне незачем бежать. Так ты не... Ты с ними заодно, да? Ну, да. Послушай, обмануть-ка ли нам? Что меня правда интересует, так это убийство командира Лукаса. Миротворца? А что с ним? Это не вы его убили? Нахер нам это делать? Мы не самоубийцы. И у нас есть дела и поважнее. Например, ты. Я? О чем это ты? О чем это ты? А вы с Дэмианом так и не поняли? Ну ладно. Я люблю своего брата, но он тупица. И всегда им был.
Ты обманом заставил своего брата посылать людей на смерть ради того, чтобы найти меня? Вальд сам тебе расскажет обо всем. Или о том, что тебе отдал Дилан. Постой, Вальд? Где он? Не знаю. Мне пока еще не все говорят. Эйден, ты здесь? Ты нашел Клиффа? Да, но тебе не понравится. Дэмиан, братишка, к сожалению, сейчас не лучшее время болтать. Что же, ты наконец нашел доктора Вальца. Вот только это он нашел тебя. Драка? Это он, парни. Тот, у кого игрушка доктора. А этот что, убежит? Клифф? Твою мать! О чем ты говоришь? Док будет по старике! Впереди свет. Я вошел с вас. Ты не уйдешь. Хватайте его! Скорее! Попробую вернуться. А! Может, этот не лечишь? Лови, дырья! Оу! Сука! Сейчас будет весело! Не успела. Ты... Да. Никакой подсек! Вообще в этом квесте должно было быть два варианта развития событий. Но что-то я их тут не вижу. Какие еще есть варианты? На землю. Шевелись, уебок! Попробую вернуться, уебок! Справишься с этим? Делаете-то? Блять, ребят, прекратите так себя вести. Получим его манерам. Хаос, конечно, невероятный. А вот интересно, которые аптечки обычные, они тоже так долго активируются?
Потому что эти вот бинты самопальные, ну это жопа просто, ребят. Пока ты их намотаешь, уже как бы все. Грибочек. Хороший. Я подумала, что-то еще там есть. Парни! Тебе крышка! Ебаный пилигрим! Повисла. Дэмиан, ты все еще здесь? Все зависло. О, мой кот. Ответь, Дэмиан. Жесть, жопа. Ты меня слышишь? Айдар. След помог? Не, это тупик. Не удивлен. Что будешь делать? Копать дальше. Взлом тяжелый. Треники хулигана. О, хулиганские треники. Фух. О, нормально. Живем. Фух, в первой части, по-моему, не было, да, одежки. Там чисто были вот эти вот костюмы и внешки. Некоторые давали какие-то дополнительные какие-то бонусы, да? Но, по-моему, не все. Как отсюда по-быренькому скрыться? Я поняла, почему два варианта. Второй вариант это был не помогать этому болезному дурачку, да? И тогда бы мы не встретились с его братом-близнецом, понимаете? Это был бы второй вариант. Мы просто сказали, иди сам разгребай свои дела. И все. И на этом бы... все закончилось. Поняли? Во-во-во. Так, чё, вещи? И эта труба у нас ломается. Давайте посмотрим, чё по трубам. Чё по трубам? По урону. Вот эти трубы хорошие, но... Они беленькие. Поэтому... хотя бы... У нас из синих труб. Вот эти только. Вот это и это. По урону еще вот это подойдет. Так. Да?
Угу. Ну что мы можем сделать? В этом мы можем ставить модификации и тем самым продлить ей жизнь, правильно? Да. Хорошо. Но древко тоже есть. Взрыв, горение, отравление, шок. Что вы выберете? Ну, какая разница? Все подряд. Давайте брать все подряд. Фух. Непонятно, как вот тут вот с этим вот, конечно, дела обстоят. Блин, может, у торговца можно снимать улучшение и тем самым лечить оружие? Инструменты еще. А, ну там будут кошки, парапланы, вот это вот все. Да-да. Фух. Куда нас сейчас дорога приключений ведет? Побазарить с Дэмьеном. Ругаться будем? Что это за место? Не ветряк? Могли бы быть выжившие, но их тут нету. Куда бежать? А что это так бумкнуло? Не, точнее... Ой, мамочки! А что это так бумкнуло? Нет, все равно плохо. Ну ладно. Ну вы поняли, да? К чему отсылочка? Как спуститься? Да побезопаснее. Никак. Просто подлые выблинки. Дэмиан, в чем дело? Пусти меня! Слышишь меня, Дэмиан? Открой дверь, или я ее выломаю! Что случилось? Где Дэмиан? Он заперся в башне. Хороший вопрос. Из-за чего? Есть другой вход в башню. Нет, как будто мы не по крайней мере, обычным путем. Кое-кто пытался забираться по стене, Games, но потом их приходилось отскребать от земли. Я попробую. Я не с таким справлялась. На улицу выйти? Давайте с дамой поговорим. Что такое? Ты не можешь найти сыновей? Они убежали играть и до сих пор не вернулись. Ой. Обычно они приходят, когда я зову. Мальчики, игры окончены! Выходите! Мо! Скот! Вы меня слышите? Скот! Где вы? Это не смешно! Надо детей искать. Давно ты их видела? Боже, довольно давно. Они уже должны быть здесь, но я уже везде их поискала. Думаешь, что-то случилось? Может, ты их видел? Мо 13, Скотти 16. Нет, но мальчишки в их возрасте любят погулять. Mm-mm. Не мои. Они всегда говорят мне, куда идут и когда вернутся.
Сегодня все было как всегда, но у меня скоро день рождения. Я бы не хотела, чтобы они попали в беду, пытаясь устроить мне сюрприз. Я же умру. Понимаешь, если с ними что-то случится, я... Ладно, я могу попробовать их найти. Я все же пилигрим. Что? Пилигрим? Тебе повезло, что речь о моих детях. Я знаю, кто становится пилигримами. Не случись беда, я даже не стала бы с тобой разговаривать. Я лишь хочу помочь. Где мне начать поиски? Здесь. Иногда они играют у церковной стены с каким-то мелким, противным мальчишкой. Я проверю. А ты оставайся здесь и жди. Дама не очень хорошая. Заводите только одного ребенка. Тогда бы я вам... Но... Все равно придется ей помочь, правильно? Так. Да, в темноте, конечно, отстойно это делать. Ничего не видно. Оу, я не сюда должна была запрыгнуть. Но спасибо. Ничего не видно. Дальше куда? Уф. А, мы наверх не допрыгнем. Нет. Вот так, я не понимаю. Не видно ни хера. Я думала, может, что на колоннах, типа, есть за это, какие-то зазубрины, фигудрины, но нет. Сингисон, привет. Интересно, что творилось в Central Loop, когда миротворцы закрыли туда путь? Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. А зачем? Oh, no, no, no. Я обошла все кругом? Нет. Зачем я здесь? Подсветочка. Как мило, что они не отключили подсветку здания. Я утверждаю, что зима близко.
На водонаборную башню невозможно забраться. Нам хана. Если вода закончится, нам всем пиздец. И гражданским, и миротворцам. Голос другой почему-то. Если голос другой относительно шепота, то это нормально. Шепот и голос несколько отличаются звукоизвлечением. Эйден, Пилигрим, прошу, подойди. Чё? Кого? Кто? Ты? Там дружка потеряли, а вы мне мешаете. Так тебе удалось найти кристаллы? Нам надо было вот сюда, получается. Мы были вот здесь максимум, да, сюда забирались. Оттуда нет. Оу, я там что-то нашла. Какую-то штучку. Да блин, меня смещает. Ну вот ночью я нифига не увидела. Река сама несет меня вниз по течению. Я ёжик, я упал в реку. Ни тебе коня сама, ни звезд, ни варенья. Я не знаю. Дайте код. Дайте. Код. Дай код. Нету. Безопасный код. Да, сзади хромакей. Коллекция. Нет, спасибо. Это было просто. Ну и ладно. Так. Как? Второй раз такой простой код нам достается. Кассета, блин.
Дневник Карла. Ой, ну вообще, по-хорошему, эти кассеты бы послушать. И узнаем чуть больше о Лоре. Дэмиан! Стой или спрыгну! Постой! Ладно! Я стою. Расслабься, Дэмиан. Давай успокоимся. Что тебе нужно? Поговорить. О чем? Я не знаю. Насчет Клиффа. Насчет твоего брата. Что еще? Я должен извиниться. За что? Что с ним случилось, Эйден? Ну, я... Я сейчас Ты должен это знать. Знать что? Что это я. Я убил его, не ты. Ты хочешь, чтобы я прыгнул? Да? Посыпать мне соль на раны? Это ты убил его! Думаешь, это что-нибудь меняет? Для кого? Может быть. Возможно, это снимет с тебя часть вины. Отличная попытка, но нет. Нет! Я сам навлек это на себя. На себя. На бедных жертв. На моего брата. И даже на тебя. И мне придется с этим жить. Но я не хочу. По крайней мере, долго. Только, скажем, 15 этажей. Я справлюсь. Прощай, Эйден. Нет! Я плохой переговорщик, ребята.